все-таки попробовать снять влог с этой поездки. Смотрите, надеюсь, что вам понравится. Хороший кофе, а не пить то, что подают в аэропорту, потому что здесь это просто какой-то адский кошмар, а не кофе. Такие дела. Вот мы зашли, коридоры покажу попозже. А, тут сразу вот вход в ванную. Она по французским меркам нормальная, но здесь просто трэш. Ну, в смысле, для русского человека, потому что вот туалет, вот умывалка и душ. В общем, здесь очень неудобно. Дальше у нас вход в основную комнату. Здесь шкаф, еще шкаф. Это я. Нужно сделать укладку. Тут можно покушать. Здесь такой мини-диванчик. Я думаю, здесь буду делать фотографии. А здесь как раз-таки кухня. Вот. Даже есть стиралка, что супер классно. Микроволновка, холодильник и даже печка. Вот. Вид на дома, на крыши. Здесь получается такая кровать, уголочек, где я спала. Достаточно красиво в квартире. Очень светло и уютненько. И очень грязное окно. Вот такие вот дела. Я сейчас буду делать уход. Сейчас мы пойдем с вами в магазин за продуктами, потому что у меня нету ничего для того, чтобы я могла позавтракать. Надо себя приучать пить воду по утрам, потому что я такой человек, который не пьет воду вообще. Я знаю, что это плохо для кожи и так далее. В общем, надо пить. Это я точно знаю. И учусь. Вот. На самом деле мне очень сложно дается пить воду. Мне прям сложно ее пить. Я не знаю, как это объяснить. Напишите в комментариях, если тоже кто-то не пьет воду, потому что иногда на меня смотрят как на сумасшедшую, когда я говорю о том, что я даже один стакан со сложностью прям выпиваю, вот тут половина, и я больше не хочу.
кстати, знаете, вот, по-моему, только в Париже я себя чувствую суперспокойно, записывая видео, разговаривая на камеру при людях, потому что в России это гораздо сложнее делать. Вот. Большое. Здесь, конечно, все реагируют совсем по-другому. Это все вышло на 16:23. Делался завтрак, кофе и каша. И сейчас буду что-нибудь смотреть и кушать. Ничего я, походу, не буду смотреть, потому что у меня не подключается к Wi-Fi. Не находит вообще Wi-Fi. Но я в целом ожидала, потому что здесь с Wi-Fi тоже какие-то проблемы постоянные. Ну что, я доехала уже на метро до нужной мне ветки. Сейчас иду по практически любимому району возле оперы. Вот, на ланч с моей подругой. Вот, сейчас покажу все. Встретились вот со светом. На самом деле мы встретились уже как 2 часа. Ой. И просто сидели, разговаривали долго. Как тебе идет Париж? Меня Света позвала завтра на растяжку, так как я приехала ненадолго относительно, я решила, что не буду с собой брать ничего из одежды и возьму здесь, потому что в России в целом особо ничего нету из того, что бы я хотела. Вот, соответственно, решила, что уже возьму что-нибудь тут. Мне нравится вообще, как выглядит и обувь, и одежда. Заре, просто чтобы вы понимали. Так вот, в Зару можно приходить с собаками. Вау! Очень красиво. Главное, чтобы телефон не украли. Вау! Нет, не вау, на самом деле, я шучу.
Сколько лет назад мы говорили про Париж? Это года два назад. Года три. Три года назад, и вот. Всем доброе утро. Я вчера уже вечером практически ничего не снимала. Ой, потому что у меня супер какой-то ужасный настрой. Это связано с моей работой. Вот, в общем, вечером было совсем не до влога, вот, но сейчас я проснулась и сейчас пойду на растяжку вместе со Светой, она меня вчера позвала с собой, вот, так что пойдем вместе, я вам покажу. Нет фена в квартире и у меня мокрые волосы еще. Я не позавтракала, не успела. Сейчас по пути, возможно, возьму кофе в Старбаксе и побегу, потому что мне идти 20 минут, а уже время. Влоги. И вот такой видочек. Сейчас идем на завтрак с нашим преподавателем по растяжке Аней и со Светой. Yes, we will wait. She's not ready. Ты взяла фильтр с молоком? Да. Бекон, который я не ем. А после мы пойдем искать матчо. Кофе мы заигрываем. Месяц. В зеленом такие пальто. Do you want to keep it? No.
идешь, смотришь как-то по сторонам, а потом поднимаешь голову, и тут вот такая красота. Как красиво. Ты сладкая. Пойдем. Очень, очень заманчиво выглядит. Let's go. Короче, нас попросили просто не снимать ничего на телефон, и в целом какой-то, видимо, он владелец, какой-то неприятный тип оказался. Вот такие вот, такой масс-маркет. Очень хочу поснимать на этой площади, когда здесь никого не будет, потому что локация вообще очень классная, где можно там пробежаться, пройтись и так далее. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Вернулась домой с клиентской съемки. Мы снимали стрит-стайл. Красивая девочка. Я вообще очень рада новым знакомствам в Париже, потому что раньше я особо не налаживала здесь никакие контакты. И сейчас хочется это исправлять. Брала винтажный магазин. Сейчас пойду докупать пояса, куртки и вообще всякое-всякое. Вот. Также мне нужно забрать Мартинса Дэна, который мы еще в прошлой поездке не забрали. Вот. Let it be, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be. В общем, я ехала в магазин, где я покупала вот эту куртку. Я проверила, чтобы он работал сегодня. Было написано, что он работает до 8. В итоге, конечно же, я приехала, и он закрыт. Хотя, чему тут удивляться? Мы же во Франции. В общем, да. Пойду выпью кофе. Здесь хорошая кофейня рядом. Называется «Партизан».
там очень хороший фильтр кофе. Вот. Хоть чуть-чуть похож на тот, который продается у нас, но лучше, чем в России. Я пока что нигде не пила нормальный фильтр, вкусный, хороший. В общем, поэтому пойду в кофейню. Ну вот, партизан. Очень много людей. В общем, тут хороший кофе, наверное, я тут не останусь. Невозможно не смотреть на фасады и не останавливаться на каждом шагу. Просто очень сложно куда-то дойти, потому что ты просто останавливаешься и смотришь на вот это вот все. Вот. Но, знаете, я поняла, что я бы тут не могла прям долго жить, потому что Париж очень сильно выматывает. Он, конечно, и плюсов очень много дает. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be, let it be, let it be. Я сегодня полдня дома, работаю за компом, потому что я заканчиваю сейчас уже курс Саши Буримовой, вот, и у нас уже сертификационная работа, у меня есть буквально 2 дня, чтобы я это все доделала и отправила. А в Париже с интернетом такое себе, по крайней мере, у меня в каждую поездку какой-то косяк, в отелях что-то не работает. Даже вот сейчас у меня сим-карта французская, но все равно он моментами очень плохо работает. Доброе утро.
Дэном. Нас фотографировала Света. Вот. Так что какие воспоминания. Внезапно попросили отойти. Je fais un bouquet haut. Je vais vous montrer. Купили цветы для съемки. Сейчас пойдем снимать. Готово. Да. Вот так вот. Вот такая что. У тебя глаза такие голубые, красивые. Завтра 15:00. О чем у тебя влоги? Просто жизнь? Слушай, я изначально, когда я еще до переезда, никто меня не хотел снимать, я говорю, что типа зима, я говорю, я все таскаю, все никак не выйдет. Одна, у меня один болит. Сегодня просто как монстры реально работают. Вообще. Монстры. Монстры фотографии. Не, ну реально, я даже не знаю. Ну, хорошо, мы отметим, спасибо. А она сказала, да, вообще для рекламы. Обожаю, говоришь по-русски, потом... Да. Ну, вы ничего такого не сказали, так что... Не, в целом, что ты... Всегда боишься, что для меня не напомнит. Большой рабочий день. Большой рабочий день. Будем работать. И мы завтра с Томой очень много работаем. Завтра очень много снимаем. Красивое место. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Лучше опасная продается ювелирка. Там все. Там от картины, не знаю, 16-17 века, зеркал этих самых-самых парижских, самых-самых дешевых бижу, сумок, Hermès, там, ну... У нас натуральные? Да, там есть, да? Где очень дорогие натуральные есть, конечно, и а-ля подделки, и под подделку сделаны. Вот, ну это, конечно, лучше не смотреть. Ну, там... Ha ha ha!
я снимала куртки, которые будут у нас представлены в Lovers. И первую куртку уже купили. Это показывает то, что вам это нужно. И то, что мы решили заниматься винтажом. Это вообще супер классно. Я сейчас, мне кажется, самый счастливый человек, потому что я купила билеты домой. Просто вообще. Ну как, я купила билеты пока что в Ереван, но это уже гораздо ближе к Сочи, чем Париж. Вот. Так что довольна, сижу, работаю. Появилось очень много энергии. Хочется больше работать над одеждой, над нашим проектом. В общем, я прям кайфую. Я думаю, что я уже выложу видео про наш магазин Lovers. И это уже будет второе видео, вот это, которое сейчас вы смотрите. Надеюсь, уже будет понятно вообще, что за магазин. И почему я так хочу им заниматься. И почему я так радуюсь вообще тому, что уже покупают вещи. Несмотря на то, что Инстаграм пока что пустой. И... В общем, это ценно очень, доверие. Обожаю. У меня есть стол, но я сижу, работаю возле батареи в уголочке. Вот так. Мне так удобно. Так я держу спинку ровно, не сижу горбатой. Сейчас хочу немножко доделать съемку. С Лизой новая, я снимала вот стрит, и пойду умываться и спать, потому что завтра будет съемка с Лили, с которой мы сегодня вот познакомились. Вообще у нее такая супер интересная для меня внешность. Ой. Счастлива, что все складывается. Иду встречать Лилю, она опоздала на час, но она меня вчера предупреждала, что она может опоздать, точнее, что она всегда опаздывает, я вообще к этому нормально отношусь, потому что я сама такая же, вот, так что сейчас будем снимать. Ух, почти хорошая, мы друг друга даже, в общем, 20 лет, но он сам я опоздала. И на меня. Everybody's А сядь на пол. Мы сняли Лилю. А Света сняла меня. Свету мы еще не сняли. Прошло? Да. Прошло миллион лет, да. И здесь просто хаос. Нужно мусорку прибрать, снова. Да нет. Сейчас снять нужно? Не, в тренёрке. Это для влога. Я не снимала ничего вообще. Все, мы закончили снимать. Какие красивые дамы. Поработали? Солнечно. Да. Возвращаюсь домой. На этом осталось Света. И мы пойдем обедать. Вообще очень нравится то, что мы наснимали. Единственное, мне немножко подводила камера. Вот. Но я себя возвращаю к мысли о том, что дело вообще не в камере. Можно снимать хоть на тапочек, но главное иметь видение и уметь потом сделать тот цвет, который тебе хочется. На самом деле все спокойно, комфортно самой. Я в целом люблю находиться сама по себе. Вот, и очень-очень давно уже такого не было, чтобы я была сама. Вот. Так что идем пить кофе. Это мой завтрак. Я выпила две кружки.
фильтра. Хорошего фильтра. А, сейчас иду за куртками. Вот. У нас супер тепло сегодня опять. В общем, кайф. Настрой такой хороший. Плиточка прикольная тут. Обожаю зеркала и как люди реагируют, когда я в них снимаюсь. На самом деле все вообще супер лояльны к съемкам. Всегда машут, улыбаются. И я пока еще не встречала никого недовольного, когда там я бы кого-то фоткала или снимала на видео, или я снимала бы себя, а человек попадал в кадр. Все такие типа, о, excuse me. Вот, так что все супер на расслабоне и очень комфортно. Красивый очень момент в целом. Господи, как красиво сейчас. Тепло, красиво, солнце, закатное, мягкое, и свет такой, и архитектура, в общем, просто до слез. Супер потрясающе красивые перчатки. Посмотрите. Офигенно вообще. Но это не все.
Еще купила вот такой вот потрясающе красивый кошелек. Тут внутри такая же подкладка. Сейчас еду в винтажный магазин, потому что мне нужно досмотреть там определенные вещи. Вот, сегодня была суперская еще съемка с очень красивой девочкой. Юный Майкл Джексон. Да, очень круто выглядит. Серьезно? Да. Я мимозу обожаю. Очень. Я тоже. Прям сильно. Да. Просто вот. Потом начала нажимать. Все, пошло, поехало. О, май, очень красиво. Спасибо. Так вот я за это люблю Париж. Всем привет! Я что-то не записывала ничего несколько дней, так как отрывками, потому что у меня в целом день сурка. Я езжу в винтажный магазин, смотрю вещи, потом опять еду домой, сижу за компом. Вот у меня сегодня была очень красивая съемка со Светой. Вот, я прям вообще в восторге. Забрала еще одну куртку для девочки. Просто потрясающую. Она, правда, дороже, чем все. Но она такая красивая. Просто с ума сойти. Я ее хотела оставить себе, но... Но нет. Слишком так много одежды. Нужно вовремя останавливаться. Кстати, не замечала уже, который раз я прохожу такую вот даму. В общем, да, в Париже наступила уже действительно весна. И я, если честно, таким его и помню еще с 15-го года, когда я здесь жила, в феврале я уже всегда ходила в куртках кожаных, и мне было очень тепло. Доброе утро, ребята! Сегодня уже у нас суббота, и я сегодня наконец-таки переезжаю к Свете, потому что у меня квартира до завтра, но я не выдержу еще один выходной вечер в центре Парижа, потому что шумно очень, и я не могу спать, а для меня качество сна, и в целом для всех людей, это очень важно. Я соберу вещи, познакомлюсь с ее дочкой наконец-таки. И вечером поеду к Свете. А днем у меня по планам вообще сегодня музей с Лилей. Надеюсь, что у нас все получится, и мы все-таки встретимся. Вот, а сейчас я направляюсь искать свой завтрак. Завтрак сегодня. Так, в общем, у меня уже была сегодня съемка, вдруг внезапно мне написала девочка, которая давно думала. Я настолько рада, что мы встретились, я ее поснимала, потому что кадры просто настолько потрясающие. Я вам вот сейчас их покажу. Это просто вау.
Вот, плюс мы классно поболтали. Девочка очень красивая. А сейчас я уже бегу в музей с Лилей. Я надела платье. Освещение, кроме вот этого дневного, тут вообще не подсвечиваются картины, и в целом нет ни одной никакой лампы. Классный очень сад в Живерни. Вот, и здесь очень хороший район, он похож немножко на Нью-Йорк, какие-то многоэтажки, здания такие стеклянные, вот. Вот примерно как-то так выглядит район. Достаточно идеальный район с пальмами, и так все очень чисто и аккуратно. Как зовут? Девочка Сюзанна. Сюзанна. Закончили съемку. Я практически не снимала, когда мы снимали, потому что бывает людям некомфортно, ну и в целом такой-то момент более интимный. Вот, но я покажу сейчас кадры со съемки. Я сейчас бегу уже за кофе. В этом pop-up story, где была какая-то гараж-сейл, винтажная распродажа. И я до этого стояла, переписывалась на улице,
ну, там, по делам. И, в общем, я захожу, и мне девушка говорит на французском, я сначала не поняла, обычно нельзя с большими сумками заходить, а у меня такая огромная сумка, и я подумала, что она мне сказала, что нужно, типа, выйти, я такая, типа, окей, окей, она такая, нет, нет, вы не поняли, типа, по-английски говорить, я говорю, да, и она мне сказала, что я вас на улице увидела, у вас такое потрясающее пальто, я вообще влюблена в него, где вы его взяли, а это вот мой винтаж. Она спросила, где я живу вообще, буду ли я приходить в Париже на их поп-ап-сторы, хочу ли я выставляться, я рассказала о нашем магазине. Я не знаю, почему я это не снимаю, у меня просто вечно с этим проблема, что мне как будто бы стрёмно открыть камеру во время общения с человеком, и я как будто бы немножко, короче, убираю камеру и вообще ничего не снимаю, снимаю только какие-то моменты, нужно с этим работать. На сегодня у нас план съемки контента. Что я, конечно, вот в таком положении. Ну, мы скоро поедем в город и будем снимать. You know I love you so. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I'm begging you all night long, baby, please don't go. Мы пришли в магазин и музей.
present immediately to gate 18 for media boarding before cancellation, please. Welcome, attention.